Come on, three, go! I'm in love with a fairy tale.
победитель конкурса песни «Евровидение 2009 в Москве» Александр Рыбак. Участники российского национального отборочного конкурса исполнителей эстрадной песни «Евровидение 2010». Группа «Принцесса Авеню», Москва. Джей Стивер, Юрмала, Латвия. Ана, Беслан, Северная Осетия. Миуша, Москва. Дуэт «Парабеллум», станица Выселки, Краснодарский край. Петр Сухов, Новотроицк, Оренбургская область. Олег Безинский, Санкт-Петербург. Наталья Терехова, Тула. Группа Jet Kids, Москва. Павла, Москва. Екатерина Фролова, Москва. Эд Шульжевский, Москва. Музыкальный коллектив Петра Налича, Москва. Группа «Бурановские бабушки», село Бураново, Удмуртская республика. Александр Панайотов, Москва. Группа «Нано», Санкт-Петербург. Натали Дамас и группа «Эль Бренд», Москва. Алена Роксис, Москва. Антонелло Кароцца, Кампобассо, Италия. Полина Кожикова, Железногорск, Красноярский край. Группа «Лос Девчатос», Москва. Юлика, Москва. Елена Есенина, Москва. Аляска, Нижний Новгород.
Группа «Сценокардия», Москва. Ведущие российского национального отборочного конкурса исполнителей эстрадной песни «Евровидение 2010» Оксана Федорова и Дмитрий Губерниев. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире телеканала «Россия-1» национальный отборочный конкурс исполнителей эстрадной песни «Евровидение-2010». Его победитель будет представлять нашу страну на международном конкурсе песни «Евровидение», который пройдет в столице Норвегии Осло в мае нынешнего года. Только что вы увидели всех конкурсантов. Их 25. Они приехали из самых разных городов России. Ближнего и даже дальнего зарубежья. Это очень яркие, талантливые, обаятельные артисты. Но только один из них станет сегодня победителем нашего конкурсного отбора. А выбирать победителя будет профессиональное жюри. И вы, дорогие телезрители. Профессиональное жюри находится у нас в зале и состоит из компетентных и известных в нашей стране людей. Настоящих профессионалов. Это генеральный директор телеканала Муз-ТВ Андрей Димитров. Композитор, народный артист России Игорь Крутой. Главный продюсер новых программ и специальных проектов телеканала «Россия-1» Геннадий Гахштейн. Композитор и продюсер Максим Фадеев. Директор дирекции радиовещания ВГТРК Сергей Архипов. Одновременно с работой профессионального жюри начнется и зрительское голосование. Для того, чтобы проголосовать за исполнителя, который вам понравился больше всего, необходимо запомнить его порядковый номер и послать смс-сообщение с этим номером. Или позвонить по специальному телефону, добавив в конце порядковый номер вашего фаворита. Номер телефона вы сейчас видите на экране. Голосование начнется одновременно с выступлением первого участника. А в конце конкурса зрительское голосование и оценки жюри будут подсчитаны и суммированы. Исполнитель, набравший в итоге наибольшее количество голосов профессионального жюри и телезрителей, станет победителем нашего отборочного конкурса. Но до результатов голосования пока еще далеко, потому что впереди у нас 25 конкурсантов. 25 волевых, честолюбивых и ярких артистов. Кстати, друзья, если вы по каким-то ни было причинам не сможете быть у телевизора во время нашего конкурса, смело включайте радио «Маяк», на волне которого сейчас также идет прямая трансляция финала отборочного тура «Евровидения». И вы вместе с нами узнаете, кто же поедет в Осло, кто же будет представлять Россию на международном конкурсе. Ну а сейчас все внимание им, участникам нашего отборочного конкурса. И вместе с выступлением первого артиста начинается зрительское голосование и работа профессионального жюри. И мы хотим спросить вас, вы готовы? Ну что ж, отлично, тогда вперед! Группа «Принцесса Авеню», номер первый. Это три юные девушки, которые поют в стиле рок и твердо верят в успех. Они убеждены, в рок-н-ролле не бывает неудач. И если победят сегодня, то завоюют мир чуть быстрее, чем планировали. Единица – их самое счастливое число. И, может быть, поэтому группа «Принцесса Авеню» в нашем конкурсе сегодня выступает самой первой. My heart won't forget. Your name is still on my heart.
Джей Стивер, номер второй. Как и многие мальчишки в его родной Латвии, Джей Стивер мечтал о морской романтике и очень хотел быть капитаном дальнего плавания. Мог стать хоккеистом, но выбрал профессию артиста. С тех пор победил на многих песенных и телевизионных фестивалях в Европе и Америке. Девиз Джея Стивера – каждая дорога начинается с первого шага. That I could fly, and in a dream of mine, there's only you and I. I used to be alone and sang a different song, but now I sing for you in everything I do. I used to say my range will never gonna change, but just to make your mind, I'm changing all the time. So don't you ever cry, and please don't be so shy. I love, I love, I love, I love, I love.
in my heart. Анна, номер третий. Анна считает, что немного похожа на маленького ежика. Больше всего на свете боится пауков и стоматологов. А в прошлой жизни была шаманом, хотя в этом до конца не совсем уверена. Любит сюрпризы, которые преподносит ей жизнь. Всегда радуется им и никогда не унывает. Нюша, номер четвертый. Когда-то давно была феей волшебного озера. Сегодня Миуша модная авангардная певица. Что будет завтра, не знает никто. Миуша исполняет сложную электронную музыку, но поет всегда вживую.
Талисман, который приносит Миуше удачу, это чудесное животное. И приручить его может только сама Миуша. «Парабеллум», номер 5. Ее участники – Аня и Илья. Вместе они поют совсем недавно. Ребята очень разные, поэтому иногда спорят между собой, но быстро мирятся. Илья читает рэп, Аня поет. А вместе получается настоящий русский хип-хоп. Очень мелодичный, красивый и оригинальный. Воздухе осень непонятно мне. Я и тоже вроде слишком поздно все. Ты тепло береги, а мне хочется согреться. В твоих крыльях любви все-таки странно. Без тебя это не я, как нет тепла без огня. Это осень и мая, но не моя. Моя душа в этой ноте может плачет, а может смеется. И в этой единой секунде ты сотрешься. Но не поймешь, как далеко я, как близко ты до воды. Я среди пустыни останусь одним. Что же это такое? Может просто снится все. Не разбивай мое сердце, и так некуда деться. Улети от меня, неужели конец? Мне прошу, прости, но не отпускай крылья. Лети по ветру красиво, ведь ты же мне все простила. Никогда не буду перестань. Я не
сейчас и мое никогда. Я останусь здесь, расправив свои крылья, и полечу над океаном, полечу над ним. Я ветер цепляет меня, не дает взлететь, бросает на океан, ломает крылья мне. Я глупый, глупый сокол, пора очнуться, но волна и ветер не дают мне развернуться. Пытаюсь сделать это, но, видимо, уже поздно. Волна на меня и сердце бьется тревожно, и вдруг здесь будто поразила атомная смесь. Ты рядом, и я стал пленен весь. Я больше не оставлю тебя, моя синица. Я глупый сокол, мы же птицы, летим высоко. Давай взмахнем вместе крыльями, любимая, едиными станем ангелами, хотя и были мы ими. Я в твоей. Петр Сухов, номер 6. По профессии Петр юрист, но настоящее его призвание – музыка. И хотя судьба артиста складывалась порой совсем непросто, всякий раз именно музыка и творчество помогали ему справиться с испытаниями. Его песни идут от сердца, от души, поэтому Петр по натуре своей оптимист и петь собирается до глубокой старости. Последний раз вместе на всю жизнь, только бы успеть под венцом судьбы в рай по облакам нелегко идти на краю луны. Yeah!
Олег Безинских, номер 7. Обладатель уникального голоса и единственный контртенор, окончивший консерваторию в Санкт-Петербурге за всю ее историю. В репертуаре Олега классическая и популярная музыка. Он с большим успехом выступает в престижных концертных залах Европы. Его голос ученые исследовали в специальной лаборатории, и мы этот голос сейчас услышим. Наталья Терехова, номер 8. Родилась в год тигра, поэтому считает себя немного тигрицей. Ее характер – это соединение двух несоединимых стихий – огня и воды. Ее жизнь изменилась в тот момент, когда она, маленькая девочка, впервые услышала голос Селин Дион. Человеческий голос, по мнению Наташи, лучший из музыкальных инструментов, и им можно выразить абсолютно все эмоции и чувства.
Jet Kids, номер 9. Три девчонки, Арина, Марина и Тоня, обычные московские студентки. Вместе создали рок-группу, которая в переводе на русский язык называется «Реактивные детки». Пока их цель очень проста – получить удовольствие от живых концертов и общения с поклонниками. И доказать всем, кто еще сомневается – рок-н-ролл жив. Talking to you, talking to you. I'm running down, I'm running.
Павла, номер 10. В детстве очень хотела быть похожей на Софию Ротару. Если бы не музыка, то Павла стала бы учительницей английского языка. У нее необычное хобби – большая коллекция свечей. А главное украшение комнаты – живые цветы. Самое любимое время года – весна, так что все сейчас для молодой певицы складывается удачно. Девиз Павлы – маленькими шагами к большому успеху. Infatuated, I'm in a state of bliss. I'm melting within, I'm hypnotized, and I'm slowly giving in. Infatuated. Екатерина Фролова, номер 11. Ее стихия – современный мюзикл и рок-опера. Катя успела сыграть несколько ролей в одном из московских спектаклей, получить серебряную медаль на Дельфийских играх и записать песни для мультфильмов. Кстати, ее конкурсная песня будет звучать на французском языке, а песню для Кати написал ее брат. От конкурса Катя ждет только положительных и ярких эмоций. Je t'ai cru, je ne m'aime plus moi non plus. Tu es
Эд Шульжевский, номер 12. Когда был маленьким мальчиком, то очень хотел стать водителем трамвая. Все изменилось, когда Эд впервые услышал Майкла Джексона и Фредди Меркьюри. Мечта о том, чтобы написать и спеть свою богемскую рапсодию, не сбылась, но музыка все равно стала смыслом жизни. Любимое изречение Эда заимствовано у знаменитого художника Сальвадора Дали. А почему бы и нет? But thank you, Sam, for I know I can make you happy.
ясно с тобою опасно играть в эти игры, но мне стоит остаться и вовремя сдаться, и будет как быть должно. Ни правил, ни судей, будь так как будет, возьми меня в этот плен. Я должен остаться и вовремя сдаться. Прочь руки от любви, 100 000 войн. Не подходи, не подходи. Чем выше, тем все сложней. Вниз не смотри, там высота, там нет земли. И не подходи, не касайся, обману себя не пытайся. Эта душа нас веселее, и само собою не пройдет. Если хочешь, не признавайся, где стояла, там и останься. Не подходи, не касайся, а то убьет. Музыкальный коллектив Петра Налича, номер 13. Известность к Петру пришла благодаря интернету. Хорошая музыка постоянно меняет его жизнь к лучшему. В свое время Петр собирался стать палеонтологом, но вместо динозавров стал изучать музыкальное искусство всех времен и народов. Больше всего на свете Петр Налич боится глупых вопросов. Девиз Петра Налича – «Жизнь прожить, не поле перейти». Группа «Бурановские бабушки», номер 14. Этот уникальный ансамбль существует уже более 40 лет. В их репертуаре, помимо старинных фольклорных песен, мелодии «Битлз» и Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя и группы «Куин», но на удмуртском языке.
Мы не профессиональные артисты, но очень любим все, что делаем, говорят бабушки из села Буранова. Дорогие друзья, только что вы прослушали 14 конкурсных песен. И сейчас у вас есть прекрасная возможность подумать и решить, кому из конкурсантов вы готовы отдать свой голос. Напоминаем, чтобы проголосовать за понравившегося исполнителя, вам нужно запомнить его порядковый номер и отправить смс-сообщение с этим номером. Или просто позвонить, добавив в конце номер вашего фаворита. Голосуйте за артистов, которые вам понравились больше всего. Напоминаю, что с одного номера можно позвонить и послать смс-сообщение не более 20 раз. Ну а у нас тем временем небольшая рекламная пауза. Дорогие друзья, в прямом эфире телеканала «Россия-1» продолжается национально-отборочный конкурс исполнителей эстрадной песни «Евровидение-2010». Дамы и господа, вы, конечно, чувствуете ажиотаж, напряжение, которое царят в этом зале. Конечно, многие артисты, которые сейчас выходят на эту сцену, еще неизвестны широкой публике. Их клипы не показывают на ТВ, а песни не крутят в эфире Love Radio. Но после сегодняшнего конкурса, конечно, все может измениться. Я думаю, что у наших артистов все впереди.
А сейчас я приглашаю на эту сцену нашего следующего конкурсанта. Встречайте! Александр Панайотов, номер 15. Очень любит изысканную музыку, соул, фанк и джаз. В своем творчестве старается следить за музыкальной модой, но поет прежде всего о любви. Неоднократно участвовал в отборочных конкурсах песни Евровидения и каждый раз занимал почетное, но, увы, второе место. Как знать, может быть, именно сегодня эта традиция будет нарушена. «Нано», номер 16. Их город – Санкт-Петербург. Их музыка – рок. Их главная цель – творчество. Их творческому самовыражению не может помешать ничто. Идеальный способ передвижения для группы, как они сами считают, это космический корабль, который несется со скоростью света. И у группы «Нано» до их главного старта осталось совсем немного. Just one look at you.
Наталья Дамас и группа «Эль Бренд», номер 17. Наташа очень разносторонняя и талантливая девушка. Сегодня вместе с ней на сцену выйдут 5 стильных молодых людей, поющих джаз. Впрочем, они могут спеть любую музыку. Кстати говоря, Наташа – первая в истории России чемпионка мира по пению караоке, так что спортивного азарта ей не занимать. Алена Роксис, номер 18. Если бы не начала петь, то, скорее всего, стала бы художницей. Впрочем, и сейчас в свободное от музыки время пишет маслом картины. Ее любимая героиня – Золушка. Но сама себя Алена Золушкой не считает. Ее жизненная позиция выражена очень просто и ясно. Верь в себя и никогда не сдавайся. Is
stretch your mind and ask your way. Just tell me where I can see you again. No. Антонелло Кароцца, номер 19. Антонелло – участник знаменитого фестиваля в Сан-Ремо. Но, увы, поехать на Евровидение от родной Италии не может. Италия уже много лет не участвует в этом конкурсе. В России Антонелло стал лауреатом конкурса «Новая волна» в Юрмале. После этого стал частым гостем в Москве, где очень любит выступать. Московская публика для Антонелло – самая лучшая в мире. Con tanti problemi che parlo da solo, non faccio il mio ruolo da bravo ragazzo, non rompermi. Io sono da solo e contro la gente che si fa di coca, che muore di invidia e che vende il sedere per qualche minuto di gloria. La musica è sacra, la musica è bella, la musica è snella. Mi stanno su solo quegli artisti con i paraocchi anticonformisti, che tu faccia pop, rock e jazz o qualsiasi altra cosa, e dare emozione alla sola missione. Se mi alzo e cammino, non butto la vita in un grammo di coca, al massimo fumo soltanto dei sigari, mi faccio una sega, mi prendo una donna, mi bevo un bicchiere ma senza guidare.
Io voglio gridare. A volte si vince, a volte si perde, ma spesso è la gente che ti fa perdente. Mi stanno su solo quegli artisti che tanto si atteggiano e valgono niente. Mi siedo davanti al mio piano e scrivo quello che mi gira. E se non ti piace sputami in faccia, ma prendi la mira. Se non credi a me, ascolta questa voce, sentirai un'emozione in musica che brivido, che dà, dà il ritmo che puoi volare, puoi sognare. Se tu resti qui con me, senti solo le parole, prova amore. Полина Кожикова, номер 20. Стихия Полины – музыкальный театр. Именно на театральной сцене она чувствует себя наиболее естественно. Полине подвластны самые разные амплуа и самые разные роли. И сегодня Полина не сомневается. В жизни она пока все сделала правильно. «Я могу» – таков ее девиз. И с ним Полина выходит на сцену.
«Лос девчатос», номер 21. Три прелестные девушки три года назад в едином порыве образовали группу и назвали ее на испанский манер, не без влияния мексиканских сериалов. Неудачи считают лишь то, что не встретились раньше. Мечтают о настоящем творчестве и всемирной славе. И сегодня они сделают маленький, но такой важный шаг к звездам. Юлика, номер 22. Очень любит скорость и даже невзирая на московские пробки везде успевает. Юлика обожает элегантный стиль в одежде. Без музыки не может прожить и дня, а музыка продолжает менять ее мысли и чувства. Жизнь каждый день преподносит ей самые неожиданные подарки. Но самый главный подарок для Юлики – это любовь зрителей.
ночи приходит, спрейзы со вкусом корицы. И о погоде знаешь, не лето. Я жду тебя, не ради. Но я же не подумала не грустить. На рейле мне свои прости. Все, любимый, без затыч. Нажимай на делит. Я же не подумала не грустить. На рейле мне свои прости. Все, любимый, без затыч. Нажимай на делит. Считать я больше не стану, но тушь по щекам стекает так странно. На белой салфетке рисую твой профиль, а стрела не лезет в десятый чашечка кофе. Даже не подумай и грусти, на рейле мне свои прости. Все, любимый, без запич, нажимай на делит. Даже не подумай и грусти, или мне твои прости. Все, любимый, без обид. Нажимай на delete. Елена Есенина, номер 23. В детстве очень хотела выступать на сцене, хотя тогда еще не знала, как это непросто быть настоящей артисткой. Мечта Елены сбылась, и пока она ни о чем не сожалеет, все идет по плану. Ее любимое изречение «Делай, что должен, и будь, что будет». Елена уверена, если не победит в конкурсе сегодня, то обязательно сделает это в следующий раз. Мир без тебя, он просто слезой на алых щеках заит.
Группа «Аляска», номер 24. Для этих ребят самое главное в творчестве не слава и успех, и даже не деньги, а улыбка и хорошее настроение. Любимая одежда – шорты и толстовка. А идеальное средство передвижения – ходьба пешком. Девиз группы «Аляска» очень простой. Все, что не случается, все к лучшему, и ничего не бойся. «Сценокардия», номер 25. Ее участники – двое веселых и симпатичных парней. Джазовый саксофонист Тимофей и рэпер MC Деловой. Они создают музыку, в которой есть все, от хип-хопа до русского шансона. Ребята любят неожиданные эксперименты, поэтому главный лозунг «Сценокардии» – талантам надо помогать. И это заключительный номер нашей программы. Свети фар машин за спиной моей.
Я поджег дома этого города, где так долго жил. Все вместе! Дорогие друзья, перед вами выступили все 25 участников национального отборочного конкурса «Евровидение-2010». А сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. В прямом эфире на телеканале «Россия-1». Итак, дорогие друзья, перед вами выступили все 25 участников национального отборочного конкурса «Евровидение-2010». Напоминаем, что продолжается зрительское голосование, работа нашего профессионального жюри. А я еще раз хочу напомнить, что именно с вашей помощью, дорогие телезрители, мы сегодня узнаем, кто же станет победителем нашего конкурса. Звоните и отправляйте смс-сообщение на специальные номера, которые вы сейчас видите на экранах ваших телевизоров. К номерам телефонов нужно добавить порядковый номер артиста, который вам понравился. И может быть, именно ваш звонок и ваше смс-сообщение станет решающим. И, кстати, наше высокопрофессиональное жюри продолжает свою работу. Ну а сейчас давайте посмотрим, как же выступили все наши конкурсанты. I love you.
Дорогие друзья, вы смотрите национальный отборочный конкурс исполнителей эстрадной песни «Евровидение 2010» на телеканале «Россия-1». Также вы сможете слушать прямую трансляцию нашего конкурса на радиостанции «Маяк». Так что, если у вас сломался телевизор, не отчаивайтесь, смело включайте «Маяк», мы там! Сложилась очень хорошая традиция приглашать на национальный отборочный конкурс звезд Евровидения. И сейчас на этой сцене появится артист, который имеет самое непосредственное отношение к нашему конкурсу. Итак, внимание, обладатель Гран-при Белграда 2008, Дима Билан! With the world tries to pull me down, tell me that I can't, try to turn me around, I will let them put my fire out. Without no, but if I keep going on, it will never be impossible. Not today, hey, cause I get something. To believe it as long as I feel
Последний российский победитель Евровидения. Я, кстати, уверена, что победитель нашего сегодняшнего конкурса тоже достойно представит нашу страну в мае в Осло. Ну а сейчас, уважаемые друзья, мы хотели бы пригласить на эту сцену российскую участницу прошлогоднего конкурса исполнителей детской песни Евровидения. Встречайте, наша маленькая звездочка, серебряный призер детского Евровидения, потрясающая, очаровательная и очень талантливая Катя Рябова. Где ты потерялся, на каких
Это была Катя Рябова. Настоящее открытие 2009 года. Ну а сейчас, дамы и господа, внимание, на нашей сцене победитель прошлогоднего конкурса Евровидения в Москве. После своего фантастического триумфа он написал новую песню, в которой благодарит всех своих друзей, всех поклонников. И сейчас вы эту новую песню услышите. Вы, наверное, догадались. Встречайте, Александр Рыбак. Рыбак. Благодарность всем тем, кто отдал ему свои голоса. Действующий победитель Евровидения Александр Рыбак и его леди. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что у вас есть практически последняя возможность повлиять на результаты голосования. Так что звоните, присылайте смс-сообщения, голосуйте за ваших фаворитов, за ваших любимцев. Они так нуждаются в вашей поддержке. Ну а сейчас мы с удовольствием хотим напомнить, как сегодня вечером в прямом эфире выступали все 25 участников нашего отборочного тура. Oh,
you, you're always in my heart. Прости, надо или нет, твои прости, все любимые песни.
Телеканала «Россия-1», национальный отборочный конкурс «Евровидение 2010». И сейчас мы приступаем к самому важному и ответственному этапу нашего состязания. Внимание, начинается отчет последних секунд зрительского голосования. И давайте все вместе, всей страной, всем залом, 9, 8, 7. Зрительское голосование завершилось, и также завершилась работа нашего профессионального жюри. Да, буквально через несколько секунд мы узнаем, кто же станет победителем сегодня, кто поедет в Осло, кто будет представлять нашу страну на международном конкурсе Евровидения. Даже не могу вообразить, что чувствуют сейчас наши конкурсанты, как они нервничают, страшно переживают, я чувствую это. И, конечно же, безусловно, все хотят победить. Кстати говоря, путевка в финал Евровидения не только возможность представить нашу страну на престижнейшем песенном конкурсе, но и миллионы поклонников, многочисленные интервью и, возможно, даже ротация в эфире Love Radio. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на рекламу. Исполнители эстрадной песни «Евровидение 2010». Нам осталось суммировать результаты зрительского голосования и результаты жюри. Итак, Оксана, мне только что сообщили, результаты голосования подсчитаны. Наступает самый волнующий, самый напряженный момент нашего конкурса. Посмотрим, сколько баллов набрал каждый из наших многоуважаемых участников. Конечно же, узнаем, кто же сегодня победит. Итак, внимание на экран. Итак, группа «Принцесс Авеню». 7,2 балла. Джей Стивер получает 3,9 балла. Анна, 10,1, молодец. Миуша, 3,4. Дуэт «Парабеллум». 8,6 балла. Петр Сухов. 1,6 балла. Олег Безинский. 16,1 балла. Пока лидер. Наталья Терехова. 6,3 балла. Группа Jet Kids. 11,8 балла. Павла.
10,9 балла. Екатерина Фролова. 4,4 балла. Эд Шульжевский. 8,2 балла. Музыкальный коллектив Петра Налича. 9,9 балла. Лидеры и взрыв аплодисмента. Группа «Бурановские бабушки». Посмотрим, посмотрим. 12,9 балла. Александр Панайотов. 10,6 балла. Группа «Нано». 5,1. Натали Дамас и группа «Эль Бренд». 9,2. Алена Роксис получает 2 балла. Наш гость из Италии, мечтающий выступить за Россию, Антонелло Каротца. 9,4 балла. Полина Кожикова. 5,8 балла получает Полина. Группа «Лос Девчатос». 7,5 балла. Юлика. 6,6 балла. Елена Есенина. 7,9 балла. Группа «Аляска». 2,7 балла. И последний, 25-й участник, группа «Сцена Кардия». 6,9. Итак, победителем национального отборочного конкурса исполнителей эстрадной песни Евровидения 2010 становится музыкальный коллектив Петра Налича! Мы желаем ребятам удачи в Осло! Будем болеть за них, переживать! Они молодцы! Настоящие музыканты, крепкие профессионалы! Ребята, мы просим вас поспешить пройти на эту сцену! А вы, дорогие друзья, давайте поддержите нашего победителя громкими аплодисментами! Конечно же, будет очень приятно под бурные аплодисменты сейчас выходить на эту сцену совсем в новом качестве. Ну и внимание! Вот сейчас буквально через несколько секунд музыкальный коллектив Петра Налича появится на этой сцене. Не нужно жалеть ладони, аплодирует зал, аплодирует вся страна. В прямом эфире телеканала «Россия-1». Национальный отборочный конкурс, который завершился, мы узнали победителя. Ну что ж, мы все сейчас его ждем на этой сцене, конечно же. Вот они, наши герои. Петр Налич и его блистательный музыкальный коллектив. И, внимание, диплом победителям вручают обладатели Гран-при Евровидения 2008 и 2009 Дима Билан и Александр Рыбак. Вот она, передача бесценного победного опыта. В Осло, в мае, в норвежской столице. Мы будем болеть и переживать за ребят. Александр Рыбак
И Дима Билан торжественно наших победителей вручают диплом. Дима, наверное, дружеское рукопожатие. Оксан, очень хотел сейчас встать на ваше место. Я хотел поприветствовать всех вас еще раз в лице Александра, человека, которого мы очень сильно уже полюбили в нашей стране. И, конечно же, поздравить вас с этим замечательным праздником под названием Евровидение. И, конечно же, поздравить ребят, которые сегодня получили вот эту вот красивую вещь, с которой они поедут в гости к Александру. Так что будем за ними наблюдать. Я думаю, все будет отлично. И, конечно же, будем за них болеть. Еще раз аплодисменты. Спасибо огромное. Поздравляю вас. Спасибо, Дима. Спасибо, Александр. Мы поздравляем наших победителей. Браво, ребята. Так держать. Успехов вам в Осло. Ну что же, уважаемые друзья. Российский национальный отборочный конкурс исполнителей эстрадной песни Евровидения 2009 завершен. Мы узнали победителя. Профессиональное жюри и телезрители сделали свой выбор. Мы благодарим вас за внимание и не сомневаемся, что музыкальный коллектив Петра Налича достойно представит нашу страну в мае в Осло, в Норвегии, на конкурсе песни Евровидения 2010. Ну а сейчас мы с удовольствием предоставляем эту сцену нашим победителям. Музыкальный коллектив Петра Налича, песня «Победитель» и, конечно же, до встречи в Осло, Норвегии. В мае в Норвегии. До встречи. Петр Налич. Would you believe, Lord of mercy? Would you be so of Lord? I wanna love her now, and I wanna feel that now is all over those kisses and sweet embraces. What are you doing, man?